Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех приветствую на нашем канале Криптозомби. Друзья, первое, что я хочу сказать, внимание, очень сильно много внимания, нереальное внимание. Просто прошу вас, обязательно досмотрите этот видеоролик хотя бы до середины. Поверьте, то, о чем я сегодня вам покажу, это будет, это новое в истории крипты, в истории лаунчпандов, лаунчпудов, IDO, ICO, аллокации, распределения токенов, ранних инвестирований и вот всего вот этого. Друзья, это новое, вот такого не было еще на крипторынке. Поверьте, просто досмотрите данный видеоролик до конца. Ну а теперь, что будет в данном видеоролике? Значит, друзья, первое, я расскажу о новой FSO площадке. Второе, я расскажу об аллокации в 150 тысяч долларов по начальной цене, умножаем на листинг токена, пускай это будет 10 иксов, назовем это в 1,5 миллиона долларов, пускай будет так. Третье, в данной аллокации может выиграть, получить токены абсолютно каждый. И четвертое, самое важное, почему киты, всякие, там не знаю, лидеры мнений и так далее, никакой роли не играют, здесь равен каждый. И человек, у которого банк 0 долларов, и человек, у которого есть тысячи, миллионы долларов, который всегда инвестировал, вкидывал какие-то проекты, и благодаря своим деньгам, связям, коммуникации, там, не знаю, ли этим самым, блядь, да, количеством подписчиков и так далее, был на шаг впереди. Здесь этого не будет, здесь равны абсолютно все. В общем, друзья, максимально топовое видео, обо всем расскажу и покажу. Поехали! Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить, вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную, ценную и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Так, давайте сделаем приятный экран. Немножко затянулось начало, но ничего страшного. В общем, друзья, я постараюсь максимально быстро и чтобы вот прям ничего не забыть. Значит, речь у нас пройдет о такой площадке, как Ricer.co. Что это такое? Если говорить самым простым языком, вы все знаете такие площадки, как, к примеру, DAOmaker, Apoterminal, там еще куча всего, где мы, да, за выполнение каких-либо заданий, но чаще всего инвестирование денег на наших кошельках, получали аллокации токенов в каких-либо проектах на там, да, по цене меньше, чем она происходит листинг на паблик сейле. Допустим, я расскажу свой пример, чтобы вы понимали, о чем я сейчас говорю. Значит, был такой проект, как Zoo или там Wendy Zoo, короче, там была какая-то игра. Там тоже мог принять участие каждый, но чем больше у вас денег на кошельке, а внимание, от 500 долларов, к примеру, холдинг должен был быть в DAOmaker, да, то есть вам нужно было холдить 500 долларов плюс купить токен DAOmaker, точно так же его холдить, и при этом, ну, там пару заданий выполнить, типа подписка, ретвит и так далее. И за это вы, если вам повезло, вам выпала лотерейка, и вы получили какую-то часть аллокации, потом эту аллокацию выкупали, ну, и, к примеру, там, вы выкупили токен по 1 доллару, а листинг был через неделю, и по общей цене, когда уже произошел листинг, цена стартовала, там, к примеру, с 2 долларов. Ну, и вы, там, скорее всего, должны заработать были иксы. Понятно, что там еще есть ТГЕ, да, ТГЕ это та сумма токенов, которая вам дается в самом старте торгов, клифф и какой-то вестинг. Я думаю, с этим понятно. Так вот, что же такое Ricer.co? Ricer.co это, в принципе, точно такая же площадка. Вот только теперь внимание, просто внимание. Здесь не решают ваши бабки. То есть здесь было построено таким образом, друзья, таким образом, что если вы выполняете задание, лайки, ретвиты, подписки и так далее, вы получаете аллокацию. Здесь абсолютно решает ваше количество денег. Абсолютно этого не решает. Вот теперь поехали, я расскажу вам о первом проекте. Также, друзья, чтобы еще закрыть моменты по Ricer и к этому не возвращаться, у них нет своего токена. Его тоже не нужно покупать и холдить. Это первое. Второе. Данная площадка была построена и создана от создателей или там около создателей Binance, DAOmaker и так далее. Короче,
а-ля влиятельные типы. Третье, это также очень важное, друзья, что это первый будет, это вот первый проект будет здесь Playbucks, кстати, да, речь пойдет о Playbucks, у них первый проект, который мы будем получать аллокацию токенов, кстати, через 3 недели уже стартует токен, да, то есть начнутся торги распределения токенов, 3 недели важно, и вот у них это первый проект, поэтому я думаю, вы должны понимать, что вы должны по-любому сюда попасть, потому что вот такая механика, когда не киты будут выигрывать, а все на равных условиях, это может так сильно прижиться в комментах взлететь, и лучше, чтобы мы уже здесь засветились на первом ланче. Теперь, я думаю, можно переходить к самому лаунчпаду, то есть к самому распределению лаунчпаду, что нужно делать, как получить нам наши токены, друзья, поехали. Я понимаю, что немного может быть длинно, но давайте будем честны, то, что я вам говорю, это важно, согласитесь, то есть я объясняю, что такое райстер, да, что здесь все равны, не киты получают токены по хорошей цене, а мы, любой, я, ты, каждый из нас может получить эти токены, поэтому я думаю, что об этом стоит сказать, и я сказал. Так, друзья, ну и теперь давайте перейдем, и я покажу от самого старта, значит, что нам нужно делать. Открываем здесь и вставляем нашу почту. Значит, вставляем нашу почту, Иван Иванович, нажимаем Yes, I agree и нажимаем Syngan. Нам должен прийти пароль, нам должен прийти код. Значит, код у меня должен быть на другой почте. Давайте откроем здесь. Нажмем Mail.ru. Вот он, Launchpad. Есть код. Вставляем наш код. Возвращаем. И сохраняем. И теперь тем самым мы попадаем сюда на самое главное первоначальное меню, друзья. Теперь внимание. Первое. Реферальный код. А, естественно, за это вы получаете, кстати, 250 поинтов. А я, если вы ввели мой код, 25 всего. Но я думаю, что рефку я тут прошу ввести не для того, чтобы вам даже не буду говорить 250, а просто за преподнесение информации, я думаю, можно ввести рефку. Хотя, ну, ее желательно ввести, потому что 250 поинтов. Значит, по поводу рефки, давайте сейчас вернемся сюда. У меня вот здесь есть моя рефералка. Она будет в описании под видео, и пост на канале я сделаю тоже. Значит, открываем обратно, вставляем рефералку, нажимаем комплект, нажимаем next shop. Теперь first name, last name. Друзья, внимание, здесь я рекомендую вводить свои настоящие имена, имя и фамилию. Дальше поймете почему. Далее нажимаем skip step, подключаем Telegram, подключаем Twitter, есть, подключаем наш MetaMask, есть, и важный шаг далее, друзья, очень важно, это KYC. Вот тут послушайте меня внимательно, что я вам рекомендую или не рекомендую делать. Сейчас объясню. Значит, смотрите, друзья, по сути, нам нужно всего 1000 поинтов, 250 вы получите за ревку, и тут можно набрать эту 1000 для перехода на следующий уровень, на наше табло для выполнения задания. Но, еще раз вам повторюсь, это площадка, которая только начинает свой путь. Это площадка с уникальной механикой, где все равны. И вы должны понимать, что когда я, не имея тысячи, миллиона долларов, для того, чтобы принять участие в лаунчпаде какого-то нового проекта, получить токены по хорошей цене и потом получать свои доходы, профиты в течение нескольких лет, я приду сюда, потому что здесь я на равных условиях со всеми. И так придут многие. К чему я это? Я прошел KYC, я прошел. Вы, если вы боитесь там скама, и так далее, вы можете этого не проходить. Я не стану рассказывать про то, что нас и так скамят кругом и всюду, на каждом шагу, в банке, в магазине, где угодно. Не хотите, не проходите, но я прошел. Это может все-таки сказаться хорошо, потому что первая площадочка, и тут лучше. Я хочу здесь, вот в первом проекте, особенно, да, вот этот Binance, это, блядь, господи, вы поняли, Playbucks, я хочу засветиться максимально, поэтому я KYC прошел, вы как хотите, значит, зарегались, рефкод, имя, фамилия, коннект социалки, коннект кошелек, KYC по желанию, да-да, нет, проходит буквально за час KYC, подтверждается, отлично, ну и теперь возвращаемся на главную платформу, друзья, здесь касаемо, так, сколько идет уже видео, ой, видео получится длинным, но ничего страшного. Значит, друзья, здесь касаемо, что такое Playbucks. Я делал по Playbucks миллион, миллион и миллиард видео. Он, это проект, который нас уже кормит. Я вам советовал и NFT-шки собирать, и билеты получим, и лотерейки, и NFT скупать. Вы еще поймете, что те NFT, что я сказал вам скупать, это будет гем. Но это, ну, будет поздно, потому что вы их начнете покупать тогда, когда я их буду продавать. Но не суть. Значит, переходим на табличку Dashboard, и здесь мы видим наши задания. Открываем вкладочку Task, здесь вот актив, который у меня еще вот сейчас засчитывается. Здесь наши задания, которые нужно выполнить. Riser Quiz, Complete Community Service, Join Riser Telegram, Join Playbucks Telegram, Join Playbucks Discord.
Ничего нового, все банально, старое, любимые, блядь, наши задания, друзья. С этим понятно, значит, еще раз, дашборд, и вот здесь мы будем видеть наше прохождение наших токенов. Теперь давайте, друзья, касаемо цифр, поговорим, что это такое, что мы получим и так далее, и так далее. Значит, первое, раунд launch date 20 февраля, то бишь у нас есть 3 недели на выполнение вот этих заданий. И я вам рекомендую начать это делать прямо сейчас, потому что потом, и это забьется. Далее. Раздается, я так понимаю, значит, смотрите, 150 тысяч долларов по цене, внимание, 0.075. То есть нам аллокации раздаться на 150 тысяч долларов по цене 0.70-0.75. Если я что-то говорю неправильно, поправьте в комментариях, потому что у этого плейбакса, хоть это и гем, но он уже вот у меня вот здесь вот здесь просто, потому что там куча переносов, изменений, то они листятся, цена такая. Как я это вижу, это так. Поэтому я сказал про 1.5 миллиона долларов раздачу. Почему? Потому что 10 иксов плейбак соберет вообще легчайше. А теперь давайте немножко сделаем вот так. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько это гемный проект и почему это нужно выполнять. Вы все это знаете. Я записывал кучу видеороликов и говорил, что плейбакс это гем, плейбакс это пушка, это будущее, блядь, метаверс, казино, это огромные бабки, покупайте NFT-ту. Я все это говорил. Еще раз подтвердите, вы сейчас посмотрите почему. Значит, плейбакс это первая развлекательная платформа, объединяющая электронную коммерцию, блокчейн, виртуальное сообщество. Цель Playbox — добиться массового внедрения Web 3.0, используя самые простые средства, как онлайн-покупки, просмотры фильмов и игр. То бишь все. Онлайн-кинотеатр, магазины и так далее. Рыночная активность, что делает Playbox уникальным. Binance Labs в инвесторах. Также, кстати, в инвесторах важно Gate.io, Tron, Certik, ANKR, Imo Ventures, Alive, Moch Wallet. Окей, идем дальше. Уникальные партнеры, Visa, Maya Wallet, еще что-то там, неважно. Топ-10 самых активных криптопроектов, основанных на цепочке BNB. Тоже, да, как бы, ну ничего себе, я согласен. Я вообще бы выделил, он будет в топ-3, поверьте, это будет метавселенная от плейбакса, от Binance. Вот что это будет, это гем, просто делайте, я вам клянусь. Вот Playbox это то, где нужно было лутать. Если бы вы знали, друзья, какое у меня фома от того, что я мог вместо 1700 токенов, которые мы фармили тогда, кстати, да, кто еще не фармил токены, это ваш шанс, я мог собрать, не знаю, 70 тысяч, 50 тысяч, ну ладно уже, что тут уже. Значит, ключевая особенность на покупках штампования игры, понятно, что у нас здесь рассказывается, что мы можем покупать покупки в онлайн-магазинах, лаунч-пул, да, то есть штамповать наши бит-тикеты, то есть токены разных проектов, да, играйте, чтобы заработать, move to earn, смотрите, watch to earn, лото-пул, все вот это было, утилита токена, токен playbox, токен управления, строительный блок, в общем, здесь это все описывается, дорожная карта также описывается. Единственное, что я хотел еще, инвестор, еще раз, Binance, Tron, NKR, Linfa, Certik, партнеры Visa, контракт с Visa на разработку кошелька Web 3.0, а это, я так понимаю, вот здесь уже идет коротенькое упоминание про что? Про Vapor Wallet. Окей, надо это запомнить. В общем, друзья, ну и все. И теперь касаемо токеномики, это тоже важно, обязательно нужно. Значит, раунд FSO, это и есть наш раунд, который мы сейчас можем принять участие. Еще раз напоминаю, не нужно вкладывать никакие бабки. Выполняем задание и получаем, и участвуем. Мы получим гарантированную раздачу токенов за выполнение задания. И также еще лотерея токенов будет. То есть еще сверху можем получить. Это важно. Значит, у нас всего выделено 2,7% токенов. Количество токенов так-так. Цена 0.075. Разблокировано на ТГЕ 8.4%. То есть во время листинга мы получим 8.4% своих токенов. Это немало, друзья. Когда вы услышите 8.4%, вы не забывайте, что чаще всего даже в каких-то call, round, seed, приват мы получаем там порядка 10%. И это считается до хрена. Здесь 8.4. Мы не вкладываем бабки. Вообще. Никто, блядь, никаких денег не вкладывает. Это очень хорошо. Клифа у нас не будет. Кто не понимает, клиф это блокировка токенов на какой-либо период времени, да? И ежемесячный разлог в течение 12 месяцев. То бишь вы получили 8.4% и потом каждый месяц просто, да? То есть твой сосед Иван ходит на завод, а ты каждый месяц просто с плейбакса получаешь свою оставшуюся зарплату в соотношении токенов. Я думаю, понятно. В общем, друзья, в принципе, это и все. Как обычно, получилось немножко сумбурное видео, но я хотел донести вам, что это 100% гем, который обязательно нужно делать и выполнять. Поэтому давайте сейчас я все это подытожу еще раз. И надеюсь, что вы поймете, что такую движуху нельзя пропустить.
В общем, друзья, первое, что я хочу сказать, что знаете, что для чего я вообще записал видеоролик? Я первый на Ютубе, кто записал про Райсер. Первый я на Ютубе по-любому. Думаю, посты уже или у нас, или у Глобала какого-то по-любому были в каналах, но на Ютубе видео не было. И я буду первый, кто записал о данном проекте. Я надеюсь, что пока выйдет видеоролик, еще никто не выпустит. И меня это греет сердце. Не ради рефералки, там рефералка 25 токенов, когда задания дают по 250, и, ну, вы понимаете. Это я просто буду первый. Я вот зайду в историю с этим проектом. Вот это мне очень нравится. Ну а теперь подводим итоги. Значит, друзья, первое. Racer.co это FSO Launchpad, если так можно назвать. Проще говоря, простым языком, здесь равны абсолютно все. И аллокацию токенов получают за нашу работу, а не за наш карман. Еще проще говоря, неважно сколько у вас денег, вы, если вы полный лоубанк, вы можете выполнять задания. Лайки, ретвиты, социалки и так далее. И за это получить распределение токенов. Также еще будет лотерея, где еще больше токенов можно получить. Первое. Второе. Первый проект, который листится на данном лаунчпаде, это Playbucks. Playbucks это топ-1 проект, ожидаемый на BNB. Топ-1 проект, который ожидается листинг токена. В общем, да, ну то есть вы понимаете, с огромными инвестициями, с хорошими там... этими самыми партнерствами и так далее, и так далее. В общем, это то, что пропустить нельзя. Третье, у нас есть всего 3 недели, чтобы выполнить задание. Пока есть там около, по-моему, 10 листов или 5 листов, я не помню. Дальше, я думаю, еще будет появляться, поэтому лучше выполнять, начать сейчас, чем потом это сделать, потому что, ну, можно же выиграть и можно выиграть хорошо. В общем, друзья, делаем, выполняем, скоро мы с этого заработаем, поверьте. Если у вас было FOMO, как и у меня, что мы там не нафармили нормально токенов, когда просто на самом Playbucks штампили и так далее, просто берите и делайте. Друзья, на этом у меня все. Я надеюсь, видео было полезным, оно 100% было полезно. Выполняйте задания, пишите комментарии, вставляйте мой рифкод. Всех обнял, приподнял, ребята. Всем профита, всем спасибо, всем пока.